Поклониться православной святыне могут жители Южной Якутии. В храм Казанской иконы Божией Матери прибыла икона святой праведной Матроны Московской с мощами. В Нерюнгринский район святыню привезли по благословению архиепископа Якутского Еленского Романа. Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. К ее мощам в Покровском храме ежедневно приходит поклониться тысячи человек. В храме Казанской иконы Божией Матери Нерюнгри святыня будет находиться до 12 марта.